парке праздник начался еще накануне официальной даты. В субботу отдохнуть вместе с детьми пригласили семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. С утра для них бесплатно работали все аттракционы. В преддверии праздничного дня 1 июня городской парк культуры и отдыха организовал бесплатное катание для детей с ограниченными возможностями, малообеспеченных и многодетных семей. Также в течение сезона будем приглашать и катать бесплатно данных детей. Всех, кто не успел прийти сегодня, мы пригласим в течение сезона. Для всех увлекательное путешествие по парку началось с колеса обозрения. Некоторые из этих ребят в первый раз увидели город с высоты птичьего полета, а дальше по желанию. Кто-то выбрал уже полюбившуюся ромашку, кто-то решил прокатиться на сказочной карусели. Довольными остались и взрослые, ведь многим подарить такой праздник ребенку не по карману. Ну, когда лето, бывает, выходим. Может быть, и не так часто, но выходим. А вчера очень так приятно было, позвонили, пригласили. Очень неожиданно. Большое спасибо администрации парка. Первый раз мы вот так вот, и очень приятно. По телефону нам позвонили, чтобы мы пришли в парк со своей внучкой. Она у меня, конечно, на инвалидности и без мамы и папы. Ну, мы очень рады, конечно, что нас пригласили. Потому что сами, конечно, не можем никуда пойти. Очень дорого. Но мы ходим иногда, так сестренка находит. А тут нам очень понравилось хорошо. Ей понравилось, но она стесняется рассказывать. Спасибо большое. Скажи спасибо большое. Спасибо большое. Да. Непосредственно 1 июня в парке было жарко. Количество желающих прокатиться не уменьшалось. На самые популярные – колесо обозрения, ромашку и аккумуляторные машинки – цены были ниже, чем в обычные дни. Пока одни катались на аттракционах, другие участвовали в конкурсах на силу, меткость и ловкость. Всем участникам – сладкие призы, победителям – бесплатный билет в кино. Представляйте сюда к нам. Кульминацией праздника стал розыгрыш призов, которого все ждали с нетерпением. В течение месяца при покупке 7 билетов на аттракционы посетителям давали лотерейные билеты с шансом выиграть главный приз – поездку с ребенком в аквапарк. А еще множество других подарков – развивающие игры, конструкторы, мягкие игрушки, ролики, скейтборды и велосипед. Все это быстро нашло своих обладателей. С праздником! Недолго ожидал хозяина и главный приз. Волей случая и с легкой руки того, кто крутил барабан, победитель был выбран. Аплодисменты победителю, аплодисменты вам всем! Было три билета. Условия, призы будут детей, наверняка еще лучше даже. Так что ждали, вас всех конечно, с праздником, всем ждали, детям прекрасного, выиграли, замечательного настроения, всем все взрослым, крепкого здоровья. Тем же, кому случай не был столь благосклонен, расстраиваться не стоит. Праздник продлится все лето, и призы в парке еще будут разыгрывать не раз. На этом праздник не заканчивается. Ежемесячно в городском парке будут проходить крупные розыгрыши, акции, мероприятия, игры. Море положительных эмоций для вас и ваших детей. А двери городского парка открыты для вас ежедневно. Детство должно быть ярким и запоминающимся. А самые радостные моменты будут запечатлены на стенде «Детский фотобум». Здесь будут лучшие фотографии юных посетителей парка. Коллекция фотографий будет постоянно дополняться и обновляться. Подарить ребенку радость легко. Парк культуры и отдыха ждет желающих ежедневно.